сколько второму? Одному полтора, второму? 0,1. Галка такая, чо-чо-чо. Галка не доверяет тебе. Я бы на ее месте тоже не доверяю. Почему она везде бегает и какает, а? Лицо дрозда. Заглядываешь к нему, он такой... И сидит. Он не ожидает подставы. Сейчас он вылетит. Да, да. Нет? Нет. Кстати, вот этот дрозд, по-моему, один из самых неоручих дроздов. Потому что ты как бы измываешься над ним по-всякому. А он не орёт. Можно особо крупно не показывать, там плохие крупные планы. Да, ну ладно. Этому полтора? Нет, нет, этот маленький же. Да. А тот жирненький? Да. Так. Что-нибудь еще он ест? А, нет, он ничего. Он ложку только... надо добавить? Ножку обработать бетадином. На самом деле, я не знаю, как бы смысл ее сейчас особо обрабатывать, потому что там уже такая сухая-сухая ножка, мы просто ждем, когда она, пардон, отвалится. Да. Жалко, после у нас... после этого дроздик поедет в новый дом. Да. Да, сейчас у него ножка вот... Ну, хорошо набирает вес. Мы уже не боимся, что он помрет. Да, он пытался. Да, он пытался, у него ничего не вышло. Запретили это делать. Запах бешеного дрозда. Угу. Ставь паузу. Ну, подожди паузу. У меня тут сорока. Сейчас что-нибудь сломается там у тебя и кто-то ее потеряет. Нет, не надо, чтобы ломалось. Привет! Ты мой любимый пациент сейчас. Расскажи про пациента. А так вроде мы уже про него рассказывали. Мы про него принимали его на ютубе и писали на ютубе. Ну, в общем, у нашего бедного пациента все-таки оказалась сломана спина. И мы пока не знаем, ему, да, ей вот как бы месяц дают на восстановление. Давай я тебя вот сюда чуть-чуть пересажу. Но если она за месяц не встанет, к сожалению, очень плохие у нее перспективы. Мученичка дает. Сейчас там. Вот, а так мне очень она нравится, она такая классная вообще. Смотри, что у меня есть для тебя. Да. Ну, блин, чей-то, короче, очень неудачный выкормыш. Очень такой милый, ласковый. Мы немножечко ей скорректировали клюв. Расскажи ее этот диагноз. 3 километра. Диагноз. Ой, ну у нее, в общем, сломано все, что можно. Искривлено все, что искривление можно. Искривление всей сороки. Да, то есть вплоть до черепа, там, ну просто все. Это, к сожалению, последствия, да, неправильного кормления. И у нее несколько, да, старых переломов. То есть то, что у нее сломалась спина, это просто уже финальный аккорд был. А так у нее несколько старых переломов, которые она кое-как срастила. Ну и мы не знаем, какие у нее перспективы на самом деле, потому что даже если ей повезет и она срастит себе позвоночник, не исключено, что потом она сломает себе что-нибудь еще. Но птич очень классный. Такой прямо. Как все несчастное и больное, очень ласковое и... Человекоориентированное. Да, человекоориентированное. А ты что тут смотришь, а? Что? Алена мучает Галку. Да, они коллективные. Галка, беги. Беги, Галка. Мне нужен дрозд. А где сидит дрозд? Там вот четвертый после дятлов. Там наверху, да. Тебе сейчас нужно проследить, чтобы я не наступила на Галку. Галка, ты слышишь, какие страшные вещи она говорит? Привет, привет, дрэкэч. Не болтай руками. Чмак! Я тоже мучаю Галку. Галка, тоже, Галка, тоже ты мучаешься? Ты мучаешься? У нас мы утрамбовались еще одной вороной. Да. Вот. В общем, нам очень нужно...
Ладно, убери руку, потому что они очень боятся. Кочерышка та, которая наверху сидит. Которая однокрылая, да. А вот этот вот уродец новенький приехал. Да, у него есть крыло, но такое себе крыло. Да, тоже пролечен от всякой фигни. Вот, сейчас мы ждем, пока он немножечко, во-первых, подобрастет, потому что он ощипался из-за болячек, из-за своих. Ну, их надо пристраивать, конечно, потому что вот в таком боксе двум воронам жить, мягко говоря, не очень. Вот, да, вот. Происходит вот это. Поэтому как бы люди, которые нам очень хотят пристроить побольше ворон, мы не можем брать больше ворон, как раз по той причине, что... Можете забрать вот этих ворон. Да, то есть мы можем отдать вам какую-то из этих ворон, взять вашу в обмен. Ну вот как бы только так. Так как вороны очень долго муторно пристраиваются, у нас нет возможности набирать их огромными стаями. Так, а нужно нам взять вот тут? Самый крайний. Звуки боя. Галка помогает. Да, это наш грустный дятел. Самоощипом. Да. Уникальный случай вот дятла, который выглядит вот так, потому что он себя общипал. Да, самоощип не бывает из-за стресса. Это всегда значит, что у птицы что-то болит. У него тоже что-то болит. Да, но мы не можем пока понять, что. Хватит мой новый маникюр жрать. Смотри, не для тебя он делает. Да, вот, сейчас начнутся эти прекрасные звуки. Да даже уже ничего не колют. Да, это очень грустный ПМЖ-шный дятел, потому что он, ну, у него крылышко сломанное, и у него был... Что у него был? Киль, короче, сломанный у него был. Да, я, кстати, не помню этого. Да, у него был сломанный киль, ему было очень больно, когда он приехал. Он был очень грустный. Он просто дико истеричный, отвратительный, мерзкий дятел, которому прям самое вот на волю, короче, надо идти. Был. Дятел плакает. Но он никак на волю нет, потому что нет. Прям ты невозможный. Ты был невозможный, стал совсем невозможный. Фу, фу. Гадость, фу. Не, ну, кстати, он активный, прям сильный. Или так, как будто он лучше себя чувствует. Да он и раньше так себя вел. У него сил столько не было много. Ну, хорошо, если так. В общем, Лена сейчас собирается лечить новую галку, которая к нам приехала. Вообще, обычно мы не берем птиц таких без обследования. Вот, но здесь был, скажем, экстренный случай. Птица тоже приехала с открытым переломом крыла, но там крыло уже было такое полуотвалившееся, поэтому операция по удалению выглядела так, мы просто взяли и как бы чикнули ножницами там засохшее сухожилие, она и все. Да? Да, она однокрылая. Но там идет воспалительный процесс в культе, поэтому мы будем ее пока держать на антибиотике. Да, будем держать ее на антибиотике некоторое время. Ну, достаточно. Да хватит няшкаться с этой галкой. Вот вторая галка. Она же хочет. У нас просто уже выключился свет, на самом деле, потому что нам таймер говорит, что с птичками пора спать. Поэтому не очень светло. Сейчас, подожди. А, вот сейчас Лена посветит, да. Ну, вот наша галка. Она немножко красивенькая. Она красивенькая. Она там черненькая такая мулатка. Отличается от нашего ручного товарища. Покажи, покажи, пока я свечу. Ну вот он, да, он такой типичный. Видно, что у него и типичный как бы серенький наш, да. Да, и он посветлее. И сероглазый. А вот эта галка, она с темными глазками, она приехала из Смоленска. Вот, и тоже птица под пристройство. Утят. Свет ушел. Нет, мне кажется, он домой хочет. Что, вот этот? Да. Может, и хочет. Да. Доставка галки до дому. Иди, он дверь закрой. Не надо, вдруг он захочет выйти. У нас новый символ стационара просто. Мы так скучаем по Лоше, что да, теперь... Да, поэтому сидит на Лошиной присаде вон там. Да. И шастает по всему стационару, благо он не может никого сожрать особо, в отличие от Лоши. Но это
это галка дикая у нас, да? Да, это дикая галка. И дикая галка? Ну, не знаю, какой. Глазки. Да. У нее коричневые глазки. Да, и вообще она вся очень темненькая. Обожаю Ивановых. Да, я тоже очень люблю. Ахай! Лена, ну это же всего лишь маленькая галочка. Больно, капец. Надо не так. С другой стороны. Маленькая галочка, ее маленький рот, который надо засунуть в большой нестатин. Да ладно, там всего четвертиночка. Галочка любит тебя. Красивая галочка, но очень-очень-очень буйная. Глаз у нее, конечно, интересный. У нее еще пигментация там такая причудливая на глазу. Так, теперь мы собираемся обратно. Букет! Вот так, оп! Ну там уже готовы меня жрать даже оттуда. Прямо сквозь стол. Прямо, да. Как настоящий вран. Да, вот крылышко раз он взлетел. Как бы его нет, да. Прям совсем. Хватит меня жевать! Заслужила? Нет. Вообще нет. Да, вот у меня сегодня была уборочка в шкафчике с лекарствами. Я ей прям горжусь. Можно заценить, какую кучу всякой фигни мы используем. Да? Ага. Сейчас мой любимый пациент. Привет. Вот она. Моя сладкая сорока. Дю. Очень маленькая, очень несчастная рахитная сорока. Она даже кусь не делает. Ты делаешь кусь? Я не могу, у меня клюв клевой. Всегда. В общем, на самом деле ничего особо с ней сделать нельзя, поэтому то, что мы делаем, это такие пляски с бубном. Которые могут чуть-чуть улучшить ее состояние. В надежде, да, что ей что-то поможет. Давай, мы должны скушать. Не хочу. Давай, открой клювик. Вот как удобно с птичками, которые кусаются. Они такие открывают клювик, чтобы сделать кусь, а ты им такой раз лекарство. Да-да-да. И которые не кусаются, еще бы напрашиваешь клюв открыть. Да. Уф-уф-уф, скажи, какая гадость. О, какая гадость. Да, носорог очень няшный. Я просто очень люблю сорок. Я беру сорок в любом виде, в любом количестве. В любой непонятной ситуации бери сорок. Да, в любой непонятной ситуации бери сорок. Да, солнце. Yeah.